Это информационный тележурнал «День за днем». О самых заметных событиях жизни города и региона вам расскажут корреспонденты «Тобольского времени». Я Константин Симонов. Здравствуйте. Мораторий на повышение налоговой ставки для бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения, продлен. Соответствующий закон приняли сегодня на заседании депутаты Тюменской областной думы. Ставка останется на прежнем уровне, не превышающем 5% до 2023 года. Инициатива принадлежит губернатору Александру Мору. Он подчеркнул, что такие меры способствуют развитию экономики региона и, что важно, помогают сохранить и увеличить количество рабочих мест. Очень важно дать предпринимателям уверенность в будущем, что правила на длительном интервале времени не будут меняться. Когда 5 лет назад Владимир Якушев с такой инициативой выступал, я помню, до встречи с большим количеством предпринимателей, на котором она обсуждалась и была озвучена, и как аплодировали предприниматели, потому что нет ничего более важного для предпринимателя — работать в стабильных экономических условиях. Это значит, что прибыль, которая могла бы быть направлена на налоги, она останется в компаниях и может быть направлена на развитие бизнеса своего, для наема дополнительных сотрудников и увеличения штата, либо это для запуска новых направлений и подразделений. Сегодня в Тобольске состоялась 5-я церемония вручения премии путешественника Федора Конюхова. Учреждена она администрацией города и фондом возрождения Тобольска. В эти дни он отмечает свое 25-летие. На торжествах побывала Ольга Куричко. Романтик в ковбойской шляпе в окружении своих любимых книг и памятников. Таким запечатлел Аркадий Елфимов, художник. Его и в жизни окружают сокровища, достойные музеев и библиотек мирового уровня. Многие созданы с его участием за четверть века. На счету фонда возрождения Тобольска 200 книжных изданий, более полусотни памятных медалей разлетелись и не по огромной стране, от Владивостока до Калининграда. Вот это наша деятельность, в основе которой, или там фундамент, или основа которой – история, культура и, значит, патриотизм, да, то это вот как бы то, что надо было все-таки противостоять вот тому всему разрушительному, что было за эти годы, 30 лет вот у нас в стране. Творцам, созидателям, кто создает прекрасное, укрепляет Россию, уже в 5-й раз благотворительный фонд возрождения Тобольска вручает премию путешественника Федора Конюхова. Сестры Коробейниковы и Валерия Сиденко готовятся к церемонии. Девичий почетный караул, отличившийся на конкурсах в Москве и в Волгограде, в Тобольске стал победителем номинации «Будущее России». В карауле мы стояли и по часу. Когда начинают говорить, например, то патриотизм как-то подхватывает немножко, и ты стоишь, думаешь, Россия. Наследие Алябьева фонд сохраняет с самого основания. Изданы диски, организовывались концерты. По заказу Аркадия Елфимова скульптор Сергей Мельченко изваял памятник герою войны 1812 года. Он занимается таким благородным делом, как сохранение истории, возрождение каких-то, знаете, потерянных, но еще не сгоревших страниц истории. В номинации «Благое дело» отмечены меценат Сергей Козюбенко и предприниматель Федор Никовчен, который взял в тяжелом состоянии косторезную фабрику, сохранил ее и промысел. В номинации «Преодоление» награжден путешественник, автор фильма про Семена Дежнева Леонид Круглов. Мне было очень непросто разобраться с архивами, с архивными материалами и с материалами вообще 17 века. И фонд мне очень помог в этом плане. Во-первых, мне удалось здесь, в Тобольске, найти материалы, непосредственно относящиеся к Дежневу. Подарцы наместника также чествовали спортсменов: Любовь Орлову, Самата Шамратова, Марию Шведову, тобольскую команду девушек по волейболу. Как сказал глава города Владимир Мазур, в зале собрались люди, которые несут ответственность за страну. Духовную память предков, которую разбудил фонд возрождения Тобольска, поднял многих подвижников на добрые дела. Премию имени Конюхова, которую сегодня здесь вручали, писатель Проханов назвал «российская Нобелевка». Ее вручают за духовную удаль. Благодаря фонду возрождения Тобольска библиотеки региона получили книги, в городе установлены памятники Ершову, Ремезову, Дунину Гаркавичу, Достоевскому. Всего и не перечесть. Возрождая Сибирь, члены фонда возрождают Россию. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тобольское время.
Свой профессиональный праздник отмечают работники системы исполнения наказаний России. В этом году системе исполнилось 140 лет. Более 30 тобольских сотрудников были отмечены благодарственными письмами и наградами. Среди награжденных – отличившиеся сотрудники и ветераны службы. Я пришла в 1990 году. Там тогда был следственный изолятор, работала в спецотделе, занималась этапированием осужденных на следствие. Было очень сложно ходить к осужденным в женскую колонию, когда работала. То был первые года какие-то мурашки, что вот такие осужденные с большими сроками, и мы к ним идем. Напомню, 12 марта 1879 года император Александр II подписал указ о создании тюремного департамента, объединившего под своим руководством все российские исправительные учреждения. Сейчас в управлении ФСИН России в Тобольске работают 126 сотрудников, 30 из них – гражданский персонал. И это не только те, кто обеспечивает тюремный режим. Есть и юристы, и психологи, и специалисты по социальной работе, и даже педагоги. Еще одна необходимая профессия за колючей проволокой – инженер-технолог. В женской колонии развивается швейное производство, причем прибыли иной бизнес позавидует. В прошлом году больше 18 миллионов рублей. Подробнее расскажет Мария Гребенюк. На игле и за решеткой. Больше половины осужденных Тобольской женской колонии отбывают наказание за распространение и употребление наркотиков. В местах лишения свободы им помогают избавиться от зависимости с помощью трудотерапии. Екатерина Гаврилюк по 228 статье уже 3 года вяжет на плосковязальных машинах свитера, кардиганы, беретки. Любит комбинировать цвета и создавать сложные изделия. Если машинки не капризничают, в день выходит до 10 изделий. Когда я пришла сюда работать, меня предупредили по этому поводу. Ну, я как бы думаю, что железо, да железо, что оно может, как реагировать? Нет. Допустим, будет плохая погода, она не будет вязать. Она будет мне скидывать, делать дырочки. Время очень быстро у меня идет, прям. Меня успокаивает вот этот стук машинок. Это сегодня здесь 2 плосковязальные машины стоимостью по 1 000 000 рублей каждая. Плюс швейное производство. А начинали в 2006-м с одной чайки. После реконструкции здания оборудовали швейный цех. Сейчас работают в 3 смены, как в советские времена, передовики производства. Даже соревнования среди бригад ведутся. И вот с 2007 года у нас пошел массовый выпуск, так сказать, продукции швейного производства. То есть на сегодняшний день мы изготавливаем, как правило, это спецодежду для осужденных, форменное обмундирование для сотрудников уголовно-исполнительной системы, Министерства обороны. Для различных других органов власти. А еще для сотрудников РЖД. Поступают не только госзаказы. Обращаются за детскими и взрослыми костюмами, шторами, постельным бельем. Рубашки есть, костюмы есть, скаут, маугли есть, свитера есть, больничный костюм есть. То есть юбка для сотрудников учреждения. Ну, то есть много образцов. А может быть, что вот сложнее, что легче дает, что больше вот? Ну, изначально оно все сложно. Как оно? Все новое, все сложно. Потом уже, то есть, когда все же приходит с опытом. Чтобы научить тех, кто пришел по этапу, организовали филиал профтехучилища. Обучают по 2 специальностям – швея-мотористка и портной-закройщик. Дополнительные знания получают в бригадах. Не так давно осужденные начали осваивать ирландское кружево. Такая трудотерапия положительно влияет на женщин. Психологическая помощь на сегодняшний день очень востребована, потому что люди, которые совершили преступления, порой это жестокие преступления, им в особенности нужно вот это психологическое сопровождение. И наши сотрудники, которые работают в психологической лаборатории, на сегодняшний день они помогают, проводят аутотренинги. На каждую осужденную здесь составляется психологический портрет, чтобы помочь справиться со всеми сложностями новой жизни. За колючей проволокой помогают посмотреть на жизнь и иглу под другим углом. Мария Гребенюк, Рустам Рузеев, «Тобольское время». Тобольск готовится к пожароопасному периоду и большой воде. В подгорной части, а также в микрорайонах Левобережья и Сумки, на которые попадают под подтопление, вывозят снег с определенных участков. Объясняют жителям, как действовать во время паводка. Проверяют работу систем оповещения, водопропускных труб и состояние дамб.
и закупили новые насосы, там половину обновили на насосной станции. Мы каждый год там привлекаем технику, в том числе на катерах, да, насосы, чтобы они могли пройти там дальше, откачать. Каждый год мы занимаемся вот расчисткой этих дренажных труб, где-то заслонки там меняем, где-то новые ставим. Готовятся к непростому периоду и спасательные службы города. Сухопутная и водная спецтехника приведена в боевую готовность. Остаются и нерешенные вопросы. Как тушить пожары в районах, где нет спецводоемов? И быстро добраться до микрорайонов, расположенных на большом расстоянии от пожарных частей. Там могут помочь добровольные пожарные дружины. В Тобольске выбирают ангелов. Состоялся первый отборочный тур ежегодного городского конкурса для маленьких красавиц и красавчиков. Заявки подали 34 талантливых малыша. Наталья Китова подробнее. Где-то рядом, по соседству, есть чудесная страна. Та страна зовется детство. В каждом сердце есть она. Кто на свете всех милее? Конечно же, дети. Милые улыбки, нарядные платья, забавные атрибуты. Большинство из участников пришли на конкурс впервые. Однако есть и те, кто пытает удачу во второй и даже в третий раз. Маша Пташка приходила на конкурс в прошлом году. Ей было всего 4 года. Я уже не малявка, у меня есть справка. В свою победу здесь верят все ребята. Члены жюри покоряют отточенной пластикой, яркими костюмами и выразительным чтением стихов, а порой не детскими номерами. Если веришь в сказки, то будет толк. Ты же в красной шапке, я серый волк. Прогони, 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 прогони меня. Пока дети готовятся к выходу, родители скрещивают пальцы за кулисами. Моя дочка талантливая, красивая, веселая, радостная, поэтому решили поучаствовать в конкурсе. По словам организаторов конкурса, в этом году большой наплыв участников. Бороться за право стать самым выразительным, талантливым, обаятельным решились 34 ребенка от 5 до 7 лет. Однако в полуфинал пройдет лишь половина ребят. Скажи, а кто победит в этом конкурсе, как ты думаешь? Я. Инициаторами и учредителями конкурса «Ангел года» выступают клуб «Молодая семья» и комитет по делам молодежи. Хотя участники еще дошколята, им придется пройти 3 тура испытаний. У нас сегодня творческое задание, то есть мы смотрим, что ребенок умеет. На втором туре, те, которые пройдут ребята, их там ожидает, конечно, визитка. Мы с ними познакомимся поближе, они расскажут о себе. И также творческие номера. Ну и финал, конечно, у нас будет в драматическом театре проходить в этом году. Итоги конкурса будут подведены 18 апреля. Наталья Китова, Рустам Рузиев, Тобольское время. В начале весны иммунитет нуждается в поддержке. С этой задачей отлично справится натуральный мед. Где его приобрести и как выбрать, узнали наши корреспонденты. Натуральный мед – это не только вкуснейшее лакомство, но и кладезь микро- и макроэлементов, витаминов и аминокислот. Во Дворце культуры «Синтез» проходит выставка меда из Башкирии и конфитюра от пасеки Монастырской. Представлено более 30 сортов меда. Кстати, мед не теряет свои вкусовые качества и при длительном хранении. А значит, купив один или несколько сортов, можно быть уверенным – средства вложены в свое здоровье и долголетие. На нашей выставке представлен мед на любой вкус – акациевый, дикий, таежный, с прополисом, с пергой, а также можно приобрести конфитюр к чаю и для сдобной выпечки – голубичный, черничный, калиновый, вишневый, брусничный. Мы вас ждем, дорогие покупатели. Настоящее лакомство от пасеки Монастырской – конфитюры. Также здесь можно приобрести душистое подсолнечное масло, азовскую халву, продукты пчеловодства и при этом получить приятный бонус в виде сладкого подарка. Подробности уточнят продавцы. Выставка меда из Башкирии и конфитюра от пасеки Монастырской будет работать в нашем городе с 15 по 24 марта во Дворце культуры «Синтез». Светлана Галькова, Тобольское время. Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на Т+В. Марта в Тобольске пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха 2,8 градусов со знаком минус. Ночью похолодает до минус 10. Ветер юго-западный 4,6 метров в секунду.